Да. Плохо дело. Спасать надо. Надо спасать Григория. Складывай немедленно. На стул, скорее уже толпой отплытью. Радиосвязь нарушена. Всплыть на поверхность рискованно. Мы не слышали шума винтов уходящего Трольда. Может, они под парусами ушли? Нет, товарищи, под парусами они только для нас ходили. Однако, лежать дальше на грунте, бесцельно тратить воздух, электроэнергию, бессмысленно. Что же делать, товарищ командир? Надо попытаться спасти лодку и себя. Необходимо осмотреться. Разведчика нужно выбросить с лодки. Извините, товарищ командир. Правильно. Разведчика и телефонный буёк. Но тут есть другая опасность, товарищ. Если нас подстерегают, то по буйку могут установить наше место и закидать глубинными бомбами. Но рисковать надо. Ну? Кто пойдет? Я пойду. Разрешите мне? Разрешите мне, товарищ командир. Товарищ командир. Товарищ комиссар. Прошу принять на сохранение партбилет и документы. В разведку идти мое право. Здесь все семейное, а я ведь один. Да и пловец я неплохой. Разрешите, товарищ командир. Пускай идет. Какой палец не укусишь, все больно. Давайте. Хорошо. Отправляйтесь, товарищ Зеленчук. Первым делом за собой следите. Не сразу на поверхность всплывайте. Осмотрите. Потом к буйку подплывите. Мы тут к телефону динамик подключим. Вся команда слушать будет, как вы там, наверху. Понятно, товарищ Дерч? Понятно, товарищ капитан третьего ранга. Разрешите идти? Идемте. Ну, до свидания, Леш. До свидания. Счастливо, Леш. Счастливо, Леш. Ну, будь здоров. Всего. Всего. До свидания, товарищ. Счастливо, Леша. Поправляйся, Никол. До скорой встречи.